не всегда знаем, что у человека внутри, о чем он думает. Какая-то часть лица, она может казаться очень выразительной и действительно той, которая делает человека уникальным. А человек считает эту часть своим недостатком. К 1 апреля готовы. Смотрите на национальном телевидении новый выпуск программы «Стеклянный дом». В это воскресенье в 19 часов вы узнаете много нового из жизни современных художников, в том числе и о том, как создаются шаржи.